десятки новых биткоин-банкоматов по всему миру. За прошедший месяц количество банкоматов выросло на 7%. Начал работу 91 банкомат, сообщает newsbitcoin.com. Самый высокий процент роста наблюдается в США, Канаде и Австрии. За июнь 2017 года в США установлено 55 биткоин-банкоматов, в Канаде 15, в Австрии 12. Также установлено 2 новых банкомата на Тайване и в Доминиканской Республике. Тем не менее, по сведениям Coin ATM Radar, на Ямайке и в Южной Африке в прошлом месяце было закрыто 29 банкоматов.